Итак, ребят, всем привет! Сегодня хочу рассказать, как слушать музыку с Ютуба на стриме. Плюс покажу, как все настроить, и чтобы это выводилось на стрим, вот как сейчас видите, выводится, да, на экран анимация. Это все будет у вас, все будет доступно, все, в общем, повторите. Я думаю, у каждого получится это сделать. Записываю без сценария, поэтому, возможно, будет все не так гладко. Давайте, вот здесь вот сцена, да, у меня? Отлично, вот захват экрана. Я думаю, вебка не нужна, поэтому будем так писать. Итак, для начала. Нам надо YouTube музыка. Для этого мы заходим, пишем music.youtube.com. Вот мы попадаем на эту страницу. Я что-нибудь сейчас запущу. Просто чтобы было. Вот так кто-то выглядит. Сразу будем бороться со всеми проблемами, со всеми болячками YouTube. Первое. Это реклама. От нее избавляемся мы от квардом или от блоком. Далее, следующее расширение, которое нам понадобится для того, чтобы нормально слушать музыку, это YouTube Non-Stop. Ссылка на расширение будет в этом, в описании стрима. Технически мы уже можем слушать музыку, вот если сделаем вот так и открыть приложение YouTube Музыка, или у вас там будет создать приложение YouTube Музыка. Это по факту отдельное приложение он создает. По факту это веб-страница. И так просто удобнее. Ну, по крайней мере, мне. Возможно, он будет просто браузером удобнее пользоваться. Мне удобнее через YouTube музыку. Во-первых, потому что у меня она статичного размера. То есть, вот, например, я ее сделал определенного размера окна. Это нужно будет, когда мы будем делать вывод в OBS. И я ее не трогаю. То есть, вот, все. С прослушиванием музыки мы разобрались. Следующее. Следующее, что вам понадобится, это стайлиш. В общем, вам нужно расширение для Google Chrome Stylish. Вот оно. Заходим, устанавливаем и пользуемся. Это расширение позволяет редактировать код. Вот этот код я скину в описании, будет там что-нибудь придумаю, короче, как-нибудь найдете, в общем. Во-первых, давайте я его вначале включу. Вот мы включаем Stylish и подключаем стиль. Все. Этот стиль нам создает черный фон, чтобы мы могли его вырезать, убирает кнопки, добавляет анимацию. Вот. Это у нас что делает? Скругляет и добавляет вот такую вот анимацию. Вот. Есть возможность сделать вот так. Мне, например, это изначально нравилось, но вместе со второй анимацией мне не очень что-то. Поэтому я обратно это закомментирую. Если захотите, вот эту строчку. В общем, если захотите, вот раскомментируйте 19-ю и 20-ю строчку и получите анимацию вот эту. Дальше, что у нас здесь? Дальше у нас тут идут костыли. Следующее, что интересно, это у нас вот здесь, в самом конце. Время анимации мы задаем. То есть, например, мы хотим, чтобы у нас была анимация повторялась каждые 15 секунд. Давайте даже 10 секунд. И, как мы видим, теперь каждые 10 секунд появляется. Да, единственное, что хотелось бы сделать, но не получилось, потому что я не знаю, как это сделать, чтобы при начале песни появлялась надпись. Поэтому она просто с равной периодичностью появляется. Давайте я верну обратно, потому что здесь все рассчитано под каких-нибудь 45 секунд, например. Как это добавить в OBS? Показываю. Мы жмем «Добавить», добавим захват окна. Да-да-да, вот такие вот параметры у меня. То есть способ захвата Windows 7 и выше, без захвата курсора. Фильтры. Квадратирование я задал здесь. То есть я взял, оставил только квадратирование. То есть мы обрезаем куски ненужные. И с помощью яркостного ключа минимальную яркость ставим на 0.12. Ну, а так все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях, потому что я уверен, что здесь они будут. Всем, кому успею, кого увижу комментарии, помогу. Все. Смотрите, кстати, другие видео, там наши переводы, озвучку. И да, заходите на стримы. Всем пока.